Бельская группа ЧМД снимает видеоклип на песню «Вода Эйкуной», которая участвует в отборочном конкурсе Евровидения в Молдове. Помогает в съемках студия «Близ» и Бельское телевидение. Один из последних съемочных дней проходил на Грибном канале в северной столице. Массовка оделась в исторические костюмы молдавского войска. Господаря сыграл Ион Мунтян. Человек, известный последовательным продвижением молдавских ценностей. Брат Юрия Мунтяна. Бельская рок-группа благодарит мэра Рината Усатова за помощь в подготовке к полуфиналу отборочного конкурса. Молдова! Молдова! Пошли! Пошли! С песни «Вода Эйкуной» начинается новый альбом под названием «Чемай Аштептем». В этом альбоме группа углубилась в прошлое страны, в ее эпическую историю. Заглянув в наше прошлое, мы сможем построить наше будущее, уверены музыканты. Не так давно БТВ сняла спецвыпуск программы «Лицом к лицу» с участием лидера ЧМД Михаила Смоленко. Похоже, сейчас самое время выпустить его в эфир повторно. «Вода Эйкуной» – первая песня из нашего нового альбома. И посвящается она одному из выдающихся молдавских господарей Ион Воды Лютому. В историю он вошел своей храбростью, ненавистью к боярам и, к сожалению, не очень долгому правлению. Песня описывает расцвет его правления в Молдове. Слушайте и сами все услышите.